Жил на свете один юноша. Сердце у него было доброе и непорочное. Он мечтал о чистой любви и хотел встретить свою возлюбленную. Узнав о юноше, злая и развратная колдунья решила влюбить его в себя и разбить его доброе сердце. Она превратилась в красивую и невинную девушку и всеми путями пыталась войти к нему в доверие. Будучи неискушенным в таких делах, юноша доверился злой колдунье и принял это за чистую монету. Колдунья в образе прекрасной девушки разбила сердце юноши, а потом злобно надсмеялась над ним. Она бросила его, оставив на нем заклинание безбрачия. Юноша должен был безжалостно разбивать сердца девушек и воровать их. Каждое разбитое сердце он относил далеко в горы и прятал в черный сундук, который хранился в расщелине между скал. Его он закрывал тяжелым ключом и прятал его под камень, прикрывающий вход в расщелину. Много несчастных сердец было в этом сундуке. Так продолжалось много лет. Но вот однажды он повстречал девушку, которая так сильно понравилась ему, что его очерствелое сердце оттаяло. Он влюбился в нее, а заклинание просто исчезло. Юноша рассказал девушке о том, что он был заколдован, и ему приходилось невольно разбивать сердца девушек и прятать их в черный сундук. Девушка сказала, что нужно немедленно освободить невольные сердца из сундука, и они отправились в горы. Они откатили огромный камень и вытащили огромный сундук наружу. Когда он открыл сундук, то девушка увидела, что он до самого верха был наполнен несчастными сердцами. Она взяла одно сердечко, нежно погладила и отпустила его к хозяйке. Сердечко благодарно проплыло над ними и исчезло. Целый день над горами летали сердечки девушек, которые обрели долгожданный покой. А сердца юноши и девушки наполнились радостью. Ведь они еще больше полюбили друг друга.